Рейхстага в городе Берлине. Военнослужащими Красной Армии Алексеем Берестовым, Михаилом Егоровым и Мелитоном Кантария несут Лига ветеранов Афганистана Игорь Снегирев, Юрий Андреев и Владимир Учватов, а также Александр Рожков. Флаг России несет волонтерская рота боевого братства Антон Саблин, Иван Ченин и Дмитрий Кайер. Флаг Москвы несут воспитанники клуба армрестлинга Нараян Ратиб и друзья. Флаг района несут ТКСНОВА Переделкина Мария Краснова. Встречаем жителей нашего района! Жители Вечная слава доблестным и бесстрашным пехотинцам, прошагавшим с боями от Москвы до Берлина. Ура! Да здравствует наша легендарная артиллерия! Ура! Слава нашим бесстрашным танкистам! Нашей непобедимой Т-34, ставшей легендой Второй мировой войны! Ура! Воздействуют герои-партизаны, громившие врагов в тылу! Ура! Защищавшим морские рубежи нашей страны. Ура! Дорогие друзья, мы славим наших женщин, тружениц тыла, взваливших на свои плечи все сельскохозяйственные работы и кормившие наш фронт! Ура! Ура! Сегодня мы говорим спасибо всем военным врачам, медсестрам, санитарам военных госпиталей и эшелонов. Это они под огнем врагов перевязывали раненых, выносили бойцов с поля боя, делали тяжелейшие операции в полевых условиях. Да здравствуют наши медработники! Ура! Бойцов и военную технику, доставлявших боеприпасы и продукты.